Здравствуйте, дорогие уважаемые. Второй текущего игрового дня. Хороший момент, забивать надо. И открывает фарватер счет в матче. Аймен Канатбеков спокойно реализовал свой момент. Очень легко фарватер забивает первый гол. Как они мяч потеряли. И вот здесь потеря мяча может дорого обойтись. Гол второй есть. 2-0. Фарватер ведет сразу в начале матча. Второй гол на счету 16 номера Батырхана Джумадылова. 2-0. Вот так вот не прошло даже и разворота. Ложный. А вот есть пустые ворота. Конечно. 3-0. Азат Исабеков. Тут же тайм-аут. Кондратков вперед. Но, наверное, в первую очередь, чтобы успокоить своих подопечных. Да, немножко развалились ребята. Хотя, показалось, что было. Удар! И забивать надо здесь. ТТ забивает. 15 номер. Эльдияр Хасмакунов. Слишком рано почувствовал победу. Хотя, вполне возможно, там после падения... Ой, какой мог залететь сейчас мяч. Ой, какой перехват, здорово, может забивать. Пензаев, красавец просто. Ой, ошибается здесь. Но выручает. Потеря. Ну и пробить здесь надо. Удар, гол. Гол. Да, гол напрашивался. И... Фарватер слишком рано успокоился, да, выигрывая по счету 3-0. Именно... ой, какой гол. Да, гол залетает. Фарватер 4-2. Ошибается там. С разницей в два мяча. Джанатулу Самат гол забил. Второй удар не получился. Зато третий гол. Третий удар и гол. Ну, мне кажется, надо вратаря менять. Вот это. Как? И это 5-2. Вновь Джанатулу Самат отличился. Не прошел, а вот здесь можно забивать. Гол. Ну, красиво это разыграл. Это заслуга тренера. Стандарт наигранный. Ой, забивать надо здесь. Ой, забивать надо было. Неплохо. Забивать надо. Гол. Гол. 5-4. Делает команда Топ-Толо. Но я напомню, все матчи, которые сыграны были в Суперлиге. Ну а всего надо, конечно, сказать о том, что... Ой, 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 какая передача. Ну просто эстетская передача была от Кутбеддина Исраилова. И капитан команды, спорткомитет Алай, Дурдой Ошму, Нарын и Заря. Ну и пока он не пришел назад, этот игрок еще минус 2 получается, забивает, да. Да, забивает, забивает Топ-Толок. 6-5. А все почему? Потому что плюс 1 был игрока против пятерых. Ну, конечно, там разберут по косточкам, вынут да положат. Но второй раз ошибается в похожей манере. Ворота пустые, гол. Азат Исабеков, 7-5. Ну вот, посмотрите, казалось, да, уже пытается. Ну вот, забивать здесь надо. Чуть раньше должна была быть передача. Еще один удар своего, еще удар. Пензаев спасает, но добивает там игрок. ТТ 7-6 делает. Ну вот, Айпидинов. Эрнест Айпидинов. Ну молодец, Эрнест, молодец. 7-6 в любом случае.
Космоконов в подкате не дает возможности пробить. Таким образом звучит финальная сирена, дорогие друзья, сегодня в очень непростом